лучший праздник в мире – день рождения. Если откровенно говорить, получать приятное поздравление, а еще приятно дарить. Потому я радостно и безумно поздравляю, Кирюшенька, тебя. Стал ты старше и мудрее, наверное. Ну хотя, куда еще мудрее? Ты так умен и чувством юмора весь архитектурный покорил. На тебя гляжу и просто думаю, что за брата Бог мне подарил. И на дачу в зелени таинственной, и на гладкой снежной целине, на сноуборде храбрый и неинственный, ты везде народна радость мне. В мире и простом, и неизвестном ты всегда поможешь сестре рад. Ты такой хороший, солнечный, преданный, самый лучший, любимый брат. А брат в это время режет торт. Все не окончили.